Индикатор Future Volume можно использовать как на бинарных опционах, так и на рынке Forex, но наилучшую эффективность он демонстрирует именно в опционной торговле. Данный инструмент не перерисовывает сигналы, а принцип его работы основан на анализе объема свечей. Индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Для тех, кто еще не знает, как это сделать, предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией по установке индикаторов на нашем сайте или посмотреть отдельное видео об этом на нашем канале. Все ссылки в описании. Индикатор отображает в подвальной панели синие и красные линии, которые указывают на состояние перепроданности и перекупленности соответственно. Одновременно с этими указателями в верхней части экрана на графике появляются стрелочные сигналы. Синие стрелки подтверждают благоприятные условия для покупки колл-опциона, а красные – для опциона put. Для оптимизации работы индикатора его разработчики предусмотрели 4 фильтра, которые по-разному следует настраивать в зависимости от фазы рынка. Оптимальными для работы как по тренду, так и во флете являются следующие базовые настройки. 3 для индекса объема, 3 для первого и второго фильтра, 5 для третьего, 30 для четвертого. Тем, кто уверенно различает смены фазы рынка и готов по-разному перенастраивать индикатор для периодов бокового и направленного трендового движения цены, рекомендуются следующие настройки. В условиях уверенного роста или падения цены для индекса объема и первого фильтра следует установить нулевые значения. Другие параметры следует оставить базовыми. В условиях бокового тренда базовыми остаются индекс объема и первый фильтр, а вот для оставшихся трех устанавливается нулевое значение. Настройки, устанавливаемые по умолчанию, можно применять в любых рыночных условиях, но при желании вы можете дополнительно экспериментировать с фильтрами и их параметрами, используя для этого демо-счет. Правила торговли по индикатору Future Volume очень просты. Для покупки колл-опциона следует дождаться следующих условий. Первое. Рынок находится в восходящем тренде. Второе. Появился синий стрелочный сигнал. Дождавшись закрытия свечи, можно покупать колл-опцион с экспирацией в одну свечу. Для покупки put-опциона необходимы следующие условия. Первое. Рынок находится в нисходящем тренде. Второе. Появился красный стрелочный сигнал. Убедившись, что свеча, на которой появился сигнал, закрылась, а сигнал не исчез, можно покупать put-опцион с экспирацией в одну свечу. Заключение. Индикатор Future Volume могут использовать трейдеры с любым уровнем опыта. Наилучших результатов в торговле по нему можно достичь, если адаптировать настройки его фильтров в зависимости от фазы рынка. Напоминаем, что соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента также способствует росту депозита на реальном счету, независимо от того, какие индикаторы и системы вы применяете. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Желаем удачной торговли!